Любовь Долгова – ребенок войны. Родилась в 1945 году и с самого детства знает, что значит трудиться. Сейчас, будучи уже в пожилом возрасте, Любовь Михайловна признается, вести хозяйство одной стало тяжело. Семья, конечно, большая, но у всех уже свои семьи и собственные домашние хлопоты. Раньше сама все делала, могла. Где маленькие дети помогали. А сейчас и они очень редко стали приходить. Тоже некогда семьи. На просьбу женщины о помощи откликнулись волонтеры команды «Молодежь КНФ». При поддержке проекта «Мы вместе» ребята вскопали бабушки участок, собрали накопившийся мусор, облагородили сад. Направление деятельности «Мы вместе» оно активизируется именно в направлении пожилых людей. Ну и, собственно говоря, здесь мы сегодня помогаем бабушке нашей подшефной вскопать огород для того, чтобы подготовить садовый участок к зиме. Проект «Мы вместе» зародился в 2020 году, в самый разгар пандемии. Тогда десятки тысяч волонтеров по всей стране объединились и начали оказывать адресную помощь пенсионерам и ветеранам. Приносили одиноким дедушкам и бабушкам лекарства, продукты, помогали по дому. По словам эксперта регионального штаба Общероссийского народного фронта Владимира Ожогина, проект не останавливается. Помогают и многодетным семьям, и социально незащищенным категориям граждан ежедневно. И, естественно, мы понимаем, что пожилые люди, которые пережили и трудное послевоенное время, и пережили многие экономические катаклизмы, 90-е годы. Сейчас они часто попадают в трудную жизненную ситуацию и остаются одинокими, и им необходима поддержка. Стать участником проекта и помочь нуждающимся может любой желающий. Достаточно обратиться в группу Народного фронта через социальные сети. Максим Писарев, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.